Приветище! Это новенькая игруха под названием Planet Crafter. И сегодня мы на нее посмотрим. Мы находимся на какой-то неизведанной планете. Потерпели кораблекрушение, упали вот в этой капсуле. И будем здесь выживать. Но не просто выживать, а делать эту планету пригодной для жизни. Здесь должно быть что-то зеленое, вырасти деревья, трава и что-нибудь еще. И этим мы будем сегодня заниматься. Давай начнем. У нас есть капсула. Ух ты, ух ты. А там, походу, наш корабль, он, смотри, разбитый. Или не наш. В общем, у нас есть инструмент, который может собирать любые ресурсы. Вот таким вот образом у нас происходит сбор. Опс, у нас кислород кончается. Кислород мы можем пополнять вот в этой капсуле. Странно, что капсула постоянно открыта, кислород же сочится и... Но, видимо, это какие-то новые технологии. Ладно, не будем в это углубляться. В общем, это демо-игрушка. Это попытка разработчиков создать свою будущую игру, и мы можем взглянуть, как она может выглядеть. Так что мы с тобой первые... Нет, не первые. Одни из первых обозревателей, которые увидят, как эта игра будет выглядеть в будущем, если, конечно, они ее доработают до конца, до финала. Мне здесь дико нравится, как собираются ресурсы. Здесь очень дофига минералов всяких разных. И, о, смотри, кислород, когда кончается, здесь экран темнеет так же, как в Subnautica. Вот смотри, сейчас я взять капсулу встану. Сейчас, давай. Темнеет в глазах. Темнеет же. Темнеет же. Во-во-во, смотри, темнеет, темнеет. Я такой вбегаю в капсулу, и мне сразу хорошо. Ой, да, хорошо. Значит, что мы тут имеем в этой капсуле? У нас здесь есть ящик небольшой. Тут у нас есть уже небольшая провизия в виде воды, и все, пожрать у нас ничего нету. В принципе, еда нам здесь не нужна, нам только нужна вода и кислород. Есть вода, есть кислородные баллончики небольшие для пополнения, мы их сейчас возьмем. И вот ингредиенты, которые я набрал. Закрываем. Здесь у нас есть машина для крафта. Вот такая вот она интересная. Тут у нас письмо. Добро пожаловать на какую-то планету. Это миссия для того, чтобы исследовать эти территории и сделать эту планету пригодную для жизни. То есть нужно сгенерировать здесь О2. Давай посмотрим, что я могу сделать. Ну, во-первых, я могу сделать себе бэкпак. Ну, то есть рюкзачок. Нужен металл, то есть железо и железо. У меня нет железа в инвентаре, я собрал все, что угодно, но только не железо. Штапанные мои носочки. Так, значит, могу сделать воду, потому что я лед набрал. Короче, что мы делаем? Мы берем, выгружаем вот это вот все, вот сюда, и идем за железом. Let's go. Кстати, вода кончается, пить хочу. Железо? Ты где? Это ящик? Обалдеть, тут ящик валяется. Как его открыть? А, вот просто смотри, а вот и айрон, пожалуйста. Все это забираем. Бежим к нашей капсуле, сделаем наконец-то рюкзачок. Рюкзачок, рюкзачок, вот так вот он делается, отлично. Вставляем его в наш юзабельный инвентарь. Теперь что? Что мы еще можем вообще сделать? Я могу сделать чип, construction, deconstruction и чего-то там еще. Давай сделаем, короче. Видимо, я строить смогу с этим чипом. Ставить его нужно. Ставим. О, точно, смотри, у меня появилась возможность менять на своем инструменте действие. То есть для чего этот инструмент? Сбор и вот ремонт. То есть, ну, не ремонт, а постройки. Так что, в принципе, я могу здесь уже сделать какое-то жилище небольшое. Отлично. Отлично. Надо сделать еще один модуль, я там видел его. Вот этот вот. Чип Light. А, ну чип света. Нужен силикон и магнезиум. Я собирал силикон и магнезиум. Он у меня тут есть. Магнезиум есть. Силикон тоже есть. Отлично. Значит, делаем вот этот чип. Все, фонарик у меня теперь тоже есть, да? Я же могу его поменять. Во-во-во, да, все. У меня мультитул какой-то, который заменяет мне все инструменты разом. Что еще я могу сделать? Я могу сделать воду... кислород и двойной кислород. Но, в принципе, мне это пока не нужно. Я предлагаю сделать следующее. Это все я перекладываю. Возьму отсюда кислород, водичку. Наверное, вот так вот сделаю. И сейчас мы сходим с тобой до корабля. До нашего с тобой корабля, вон до того. Надеюсь, мне хватит кислорода. А если не хватит, то мы с тобой, ну, того. Отправимся на тот свет. Ой-ё, а туда, походу, мы не поднимемся. Смотри, какой подъем. Хотя нет, можем. Где у нас кислород? Отлично. Я вижу уже первую часть корабля. Что у нас здесь? У нас открывной шлюз. Это какая-то, возможно, антенна или стыковочная какая-то фигня. Давай, давай, давай. Взбирайся, взбирайся, взбирайся. Сколько у меня там кислорода? У меня еще одна банка кислорода. И еще одна банка на обраточку. Все, мы вот внутрь корабля забегаем. И что мы тут видим? А, нифига. Так, ладно, еще одну банку кислорода заюзаем. И водичку заюзаем.
И еще... Ой, темно, как фонарик, фонарик, фонарик. Есть у нас фонарик. Ну, понятно, короче... Оу, Ситлерма, что такое, не знаю. Фабрик. Какие-то штуки интересные. Ресурсы необычные. Здесь закрыто, тут открыто. По шкафчикам можем побродить. Слушай, корабль чужого какого-то, я не знаю. Ощущение, что тут сейчас выпрыгнет какая-то нечисть. И меня сожрет. Угу. Понятно, короче. Вот это вот, что это такое? О, еще один кислород нашел, отлично. Вот это давай заберем. Тут заберем. Это пусть будет. Все, понятно, в принципе, что тут. Тут в основном ресурсы. Давай отсюда выбираться. Построим сейчас небольшой домик. Возможно, я смогу там сделать себе побольше кислородный баллон. И мы спокойно прочешем этот корабль. А тут есть где что еще побродить, прочесать. В общем, все интересно и любопытно. Давай посмотрим, что мы можем построить. Нужно вначале жилой модуль построить. Для этого нужен титаниум. Я бы, конечно, жилой модуль построил где-нибудь здесь. Рядышком. Рядышком с этим кораблем. Титаниум, титаниум. Где же ты титаниум? Нет титаниума. Кругом только железо. Я так полагаю, что эти ресурсы просто... О, магнезис. А, у меня ж места нет. Я так полагаю, что эти ресурсы не только тут, на этой планете, есть, но еще и вывалились с нашего корабля, когда он потерпел кораблекрушение. О, кстати, я смогу разбиться тут, нет? О, два. Заполняем. Как бы что с гравитацией? Не, не разбились, отлично. Гравитейшн тут норм. Все, прибыли. Прибыли в нашу капсулу. Выгружаем все, что можем. И идем собирать магнезиум. А, вот у нас магнезиум есть. Так, значит, давай начинать строительство. В принципе, все ровненько. Ну, в смысле, площадочка такая ровненькая. Я бы еще минерал отсюда брал, ну ладно. Поставим, значит, вот этот вот жилой модуль где-то здесь. Вот таким вот образом. Так. Угу. Теперь нам нужно каким-то образом сделать там двери. Вот это вот все убираем отсюда. И это тоже убираем. Так. Двери. Вот эти вот двери ставим сюда. Вход. Отлично. Кислород мы тут уже пополняем автоматически. Теперь можно сделать окна. Нет, окна нельзя. Лесенка есть. Это что такое? Outside grid. Короче, это типа как фундамент или мост. Можешь его поставить где угодно. О, фонари. Фонари нам пригодятся. Потому что ночь рано или поздно наступит. А у нас хотя бы будут фонари. А можно их как-то крутить? О, можно. Вот мы прямо на входе его поставим. Вот такой вот фонарик. Отлично. А когда ночь наступит, у нас времени-то тут нету. Видимо, когда планета вот эта вот скроется вниз, да? Ну да, наверное. Ладно, смотрим, что еще можем построить. Крафт Стейшн. Нет смысла делать ее, потому что она есть у нас здесь. Зачем тратить ресурсы? Вегетуб Т1. Вырабатывает кислород. Где ее? Внутри надо ставить? Ну да, внутри поставим. Исследуем всю эту штуку. Open. Так, и что мне туда нужно? А, сюда, видимо, растение нужно какое-то поместить. Видишь, там земля. Вот Ситлерма, это же кусок земли с какой-то травой. Давай попробуем сюда затолкать. Это, да, получилось. Ну-ка. О, растет, смотри, растет. Ну все, пускай она тут растет. Следующее. Нам нужно хеттер. Генератор тепла, короче, это называется. Иридиум нужен, айрон от иридиум. Иридиум я фиг его знает, где достать. Может быть, на корабле он даже валяется. Ладно, за иридиум мы чуть позже сходим. Вот это что такое? Короче, это какая-то дрель. А это что у нас? Это ветровая турбина, которая, скорее всего, генерирует энергию. Да, так и написано, в принципе. Я думаю, что нужно расширить чуть-чуть базу нашу. Пойдем подобываем. Ой, 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 как темно. А, ну да, свет-то не будет сейчас подаваться, потому что нет электричества. Включаем фонарик и пошли. Пошли добывать ресурсы еще на одну жилую капсулу. Нужно как можно больше железа и титан. Титан, титаниум. Вот это у нас титан же, да. А вот это вот забыл, светящееся, что это такое? Ну-ка, а, кобальт, это кобальт у нас. А вот и железо вижу. Все, на еще одну жилую капсулу у нас есть материалы. Давай поднимемся повыше и посмотрим, что у нас наверху. Блин, кислород далеко отошел. А у меня есть с собой еще? Да. Нет, это вода. Черт, 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 я, походу, не добегу. Я бегу со всех ног, но я, походу, не добегу. Капец. Капец. Давай, 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 давай. Ну же. Фух. Слушай.
Короче, если я вздыхаю, меня подкидывают сразу же к своей капсуле. А это, в принципе, хорошо. Так же, как с Абнатики. Все сохранилось. Ладненько. Пойдем возьмем еще один баллон кислорода, если у меня есть... А, нет, нифига тут нету. О, вот это цветок! Цветок, точно. Надо его тоже посадить. Заходим в нашу капсулу, и сейчас мы его здесь тоже посадим. Цветок нам нужен. Open. И садим цветок. Вот красота. Теперь нам нужно питье. Попьем. Давай, пей. Строим еще один модуль. Я надеюсь, он как-то соединится. Их же можно как-то соединять. По крайней мере, я надеюсь на это. Строим. Да, они соединяются, отлично. Ну-ка. О, круто, 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 круто. Теперь у нас больше места. Это хорошо. И получается, что у нас же есть еще и лестница. Мы можем двухуровневый сделать, а может быть еще и больше уровней. Я бы, конечно, еще хотел окна сделать. Но я тут не вижу этой возможности, к сожалению. Теперь нам нужно электричество. Нужно просто железо где-то раздобыть. Так, ставим, значит, ветровой энергогенератор. Вот здесь его воткнем. Он крутится. Пойдем кислород пополним. Теперь его, видимо, как-то надо соединить со светом или что, или как. Есть провода, может быть, какие-то? А, вот, погоди. Screen Energy Levels. Ага. Я думаю, что нам это нужно поставить в модуле где-то здесь. Нужен стол. Значит, вот у нас будет столик вот здесь вот. Есть. И на него нужно поставить экран. Еще iron нужен. Ладно, не вопрос. Сейчас добудем. Все добыл. Ставим, значит, экран энергосбережения вот сюда. Точнее, управлением нашей энергии. И что мы тут видим? А как это все настроить? Я ничего не могу тут управлять. Угу. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Может быть, тогда сразу еще один компьютер поставим? Вот этот вот. Почему бы нет? Что у нас здесь? О-о-о. Вот эти все штуки я могу открывать. Смотри, какой купол. Биодум. Ха. Прикольно. Это, видимо, для растений. Что еще? Еще браузер какой-то, да? С погодными условиями. Но для этого нужен еще один столик. Ну что ж, предлагаю теперь еще сделать дрель. Посмотрим, что она у нас будет добывать, какие минералы. Пускай здесь. А, она не будет сейчас ничего добывать, потому что нужно электричество. Блин, а как его подать-то? Подскажите мне, пожалуйста, как подавать электричество? Так, значит, мне нужно придумать, как подавать электричество от ветровика вот сюда, к нашей капсуле. Подожди, а давай я сделаю вот так, смотри. Я сейчас лестницу построю. Сейчас мы ее развернем, чтобы я мог заходить на второй ярус. Вот таким вот образом. Так, вот я зашел на второй этаж. Ой, кривенько лесенка встала, ну да ладно. И теперь, если попробую здесь поставить... Нет, так тоже не работает. Ой, темнеет. Темнеет, а что так сильно темнеет? Кислород, блин. Забыл про кислород совсем. У нас теперь еще другая проблема. Нужно воды добыть. Вот тут вот у нас есть лед. Мы сейчас его добываем и идем делать из него воду. Вода. Спасибо. Ладненько, пошли делать еще один столик, значит... И на него сейчас поставим еще один монитор. Может быть, он нам поможет как-то с электричеством разобраться. Готов. Ставим последний компьютер. Ого, а, он оказывается настенный. Ну, давай его тогда вот сюда воткнем. Почему бы нет? Пусть тут будет. Итак. А, это, короче, условия погоды на планете. Здесь есть и количество кислорода, тепла, дожди и terraformation. Не знаю, что это такое. Короче, ясно. Зря я сделал еще один столик. Нам нужно зарабатывать вот эти вот очки Terraformation, за счет которых мы сможем открывать вот эту всю штуку. А тут есть солнечные батареи, между прочим. Они тоже вырабатывают электричество. Их я могу поставить на свой жилой модуль, что очень круто. Поэтому надо попить водицы. Итак. И поставить здесь вот эту вот штуку. А чтобы ее поставить, мне нужен иридиум. Нужно его найти. А для этого мне нужен кислород в баллонах и вода. Давай попробуем сделать кислород. Что там? На железо и кобальт у меня есть. Делаем. Желательно побольше. Еще железо нужно. Ладно, потом сделаем воду. Забрали. Больше нет, да? Ну что, я готов. Давай вон туда пройдем. В расщелины или туда. Не знаю, короче, сейчас мы сходим вон туда, посмотрим, что там у нас.
Мы дошли до этой расщелины, и здесь что-то есть. Вон там вот, что это такое? Вот это что? Это что? Какая-то фигня. Ну-ка. Это лед. Твою ж налево, это лед. Ух ты, нифига себе. Нифига себе. Вот это штыки. Я надеюсь, здесь нет никаких животинок. Смотри-ка. Там еще жилой модуль. Тут кто-то выжил, что ли? Дико интересно. Пойдем посмотрим, что у нас там. Опять проблемы с кислородом. Надо пополнить запас. Вот так вот. А, это, наверное, знаешь, складское помещение на корабле было, и оно отстыковалось и упало здесь. Дофига. Просто тут этих боксов. Растения нам не нужны. Алюминиум надо забрать. Такой цветок у нас есть, поэтому нам еще какой-то цветок. Блин. Эх, ладно, силикон. Выкидываем, алюминий берем, железо выкидываем, вот это берем. Что тут у нас есть? Это неинтересно. Силикон выкидываем. Айс выкидываем, а это забираем. Так. Но иридиум, ради чего мы сюда шли, мы так и не нашли. Можем еще вон туда сходить, блин. Но я боюсь, что мы туда не дойдем. Просто физически. Ладно, пойдем сходим. Че нам терять-то? Если что, воскреснем возле нашей капсулы. Правильно же? Правильно. Блин. На муравейник какой-то гигантский похож, если честно. Здесь явно должны быть какие-то минералы. Я уже вижу какие-то интересные минералы. Что это? Алюминий. Это алюминий. А иридиум тут есть? Нифига себе, как темно стало. Еще останки корабля. Носовая часть. Точнее, головная. Носовая. Интересно, какое тут... Это так потемнело или из-за того, что тут такие кристаллы и камни? Это что? Это титаниум. Кислород. У меня один баллон кислорода остался. Как войти? Как пройти? Ага, походу туда только через верх. А нет, вот. Можно через лобаш залезть. Давай залезем, посмотрим, что тут у нас. Итак. О, нашли! Наконец-то, это очень круто. Иридиум есть. И еще один иридиум. Все, четко. Все четко. Возвращаемся домой, пока у нас не кончился кислород. Все, у нас кончается кислород. Мне уже написали, эй, чувачок, тебе бы неплохо бы пополнить запас. А у меня иридиум в карманах, и если я сейчас это все просру, я себе не прощу. Все, мне херово, я закрываю глаза и засыпаю. И че, где я проснусь? Так, мы на месте, иридиум. Да, иридиум есть. Фух, хорошо, что в демке нам позволяет все ресурсы сохранить после смерти. Весь прикол, что вот эта вот штука, она тоже же требует электроэнергии. Электроэнергия. А куда ее ставить? В помещении, что ли? Точно в помещении. Вот так вот. Короче, появилась идея поставить себе кровать, поспать, и может быть я соображу, как что там с электричеством-то сделать. Кроватка у меня будет вот здесь вот. А, спать я не могу. Понятно. Это просто для красоты. Не, тогда разберем. Неинтересно так. Давай попробуем построить больше этих ветрогенераторов. О, прикинь! Свет появился. Мне просто нужно было больше ветрогенераторов поставить. Все запустилось. Короче, тут все работает по Wi-Fi. Тут даже провода тянуть не надо. Вон оно что. А я голову ломал. И вон у нас Terraformation Index копится, смотри, сверху. 23, 24, отлично. Значит, давай поставим еще ветровую мельницу. Все, 4. 4 ветрогенератора у меня теперь имеется. Пускай они копят энергию. Здесь у меня все растет. Смотри, как быстро-то, а? Круто. Нам нужно сделать еще такие же капсулы и посадить туда два растения. Итак, смотрим на нашу вот эту штуку. Что у нас тут? Оксиген вырабатывается 88 ppq. Тепло 36. Ну, понятно. В общем, здесь у нас тепло, светло и благоприятные условия для растений. Ставим еще вот эти вот штуки. Вот здесь вот одну. И вот здесь вот. А, магнезиум кончился. Ну ладно. О-о-о, смотри, что тут происходит. Песчаная буря налетела. Вообще нифига не видно. Фонарик еле спасает. Такого еще не было. Песчаные бури. Хо-хо-хо. Так, значит. Нам осталось достроить последнюю вот эту штуку. Тут у нас уже все выросло, в принципе. Прям хорошечно так растет. Закидываем сюда. И сюда. Посмотрим, что из этого вырастет. Теперь нам нужно поставить бур. Электричество у нас в достатке. Хочу посмотреть, что будет добывать бур все-таки.
точнее дрель, как она тут называется. Сделаю ее здесь. Так, вот она начала бурить лазером своим. Посмотрим, что она добудет. А, или подожди, эта дрель, она тепло в землю подает, разогревает землю, так сказать. Тогда все ясно. У нас уже 259 Terraformation индекса. И я могу открыть сумку второго уровня. Ну-ка, покажи, могу я сумку сделать? Да, могу, отлично. Снимаем наш рюкзачок и делаем второй. Так, смотри, вот такое количество у меня мест. Одеваем рюкзачок. О, вот это я понимаю, вот это годно. Это мы выгружаем. И я еще пить хочу, давай попьем. Ну что, пока что наша планета потихонечку разогревается одним буром. Дальше мы вот эти растения будем вытаскивать на поверхность, когда планета разогреется хорошо. Тем самым у нас будет на планете кислород. Чтобы разблокировать солнечную панель, мне нужно 1000 Ti. То есть еще столько же нужно набрать, и будет 1000 Ti. Но это уже будет в следующей серии. Я надеюсь, что в следующей серии мы разогреем планету до достаточной температуры, чтобы высаживать здесь уже растения. Но на сегодня это все. Если тебе понравилось и ты хотел бы увидеть, как эта планета преобразится и станет зеленой, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.